один говорить-то можешь. Осторожней хоть там уж, смотри сильно, уж не лезь туда, не пораженная. Война не наша, это просто дым делят. Мы там нужны были. Там Путин попросил, он у богатых денег, 200 миллиардов, дали. Отказали. Сейчас вот смотрел программу. Наших всех богатеев собрал, хотел 200 миллиардов пополнить казну. Они ему отказали. А? Отказали. Не дали денег. Я тоже думаю, он национализировал их имущество, на чем они здесь, это всякие Лукойлы, вот эти все сидят дырявые, башкирята эти все нам. Ну, они так и сказали, вы нам, говорит, налоги увеличили, и так, мол, задоводчим. Американцы поставляют сейчас опять новую помощь, вон, ракеты новые, средней дальности ракеты им сейчас дали, Америка. Сейчас будут по России. Да, может, очнутся они хоть раз прилетят. Да у них все имущество за границей. Это война надутая, сука. Они все за границей держат, они на народ. Так, играются в игрушки, деньги зарабатывают, больше миллиардеров станет. И все. Он же, видишь, он даже не нападает сильно. Возьми наших примеров. Всех. Кто 200-й брать? Кто 200-й своих забрать не можем. Тут труп выносят каждый день. Вот тело лежит 100 метров от моих позиций. Его даже забрать не можем. Вот вчера еще. Ни штурма не было. Чисто обстрел артиллерийский. Сначала корабля 130, блядь, за 300, 5 кассет посекло всего. Сидим в окопе, и нас 300 еще. Я говорю, деревня Работина. Типа наши деревню отработали, вышли за деревню, и, короче, там тоже в какую-то сторону наши идут, прям усиленно. Не верю в эту. Ну почему? Они же это все на камеру снимают. Показывают. У меня такая есть на камере, тоже в телефоне записано. Мы тут тоже содержим оборону, прям прем нахуй. Это спектакль. Мне тут на днях поступило команда. Снять видео. 9-я рота, часть 2-я. Женя. Короче, говорит, мне говорит, командир говорит, ты будешь Бондарчуком. Я говорю, все, короче, я своих всех одел, поставил по позициям, ходил, снимал по траншеям, как они тут меня воюют. Все отправляли куда-то наверх. Ощущение, что у них снаряды не кончаются, они кидают. It seems when Russians see something on TV screen, it automatically becomes more trustworthy than what actual soldiers tell them on the phone. And the soldier from The Interception told his wife that he actually was ordered to make a video of how his soldiers supposedly fight in the same cool manner as in the popular Russian movie called Nine's Company with Bondarchuk actor. But in reality, he took a video from the land filled with Russian bodies, while constantly receiving punches from Ukrainian artillery. That's the way it should be, until Russia don't leave Ukraine. Thanks for watching, guys. I'll see you soon, and goodbye to you all.